Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Смяуп. Все, что вы должны понять, это то, что веселый бургер. Хочу вообще пройти игру полностью. Вход в систему, значит, мы в какой-то находимся реальности другой, судя по всему. Ничего не понимаю, что вы несете? Я по-русски понимаю, вот вы на своем африканском говорите. Как? Бургер. Чё с сенсой? Приготовьте бургер. Нижнюю часть булочки. Три, оп. Ага. Оп. Используйте руководство для работников. Мы настоятельно рекомендуем изучить руководство для работников. В общем, на тап все делать нужно. Оп. Какие-то фигурки советские. Творчество такое более советское. Ля. Ходит кто-то. Кто мяукает? Obscura programming. Она пусть тут лежит. У меня какая-то секретная комната. Идите на работу, у меня цель снизу, можете посмотреть. А, окей. В общем, мне дали пейджер, на который я... Ну, здравствуйте, сосед мой. Всем привет! Меня зовут Саша, я диктор канала «Мастерская настроения». Ладно. А я за ним побегу. Стройка какая-то тут. Закрытая дорога. Драйв. Ага, интересно. Кирпич. Я надеюсь, мне сюда не надо идти. Я сейчас окошко разобью аккуратно. Чё-то какие-то звуки страшные. Ля, пылесосит. Может, эти фигурки коллекционировать надо как-то? Вот кухня, как я понимаю. Я все знаю, можно уже начинать. Как-то тут... А как в свою смену начать? О, вы уже отметили, зажгите вывеску открыто. А-а-а! На, серьезно! Ты не верил! Не верил, нет! Не молю! Пипец, я глупый. Оп. Слушайте, мне кажется, вот именно здесь... Ладно. Я просто зажгу вывеску. Допустим. Простите, я, наверное, что-то нарушил. Только что начал говорить об окне. Есть, оборудование включено. И свет включен. Сразу нужно брать, получается, миску. Обычное, вот, Happy Deluxe можно взять. А, значит, это потом... Это. И, в принципе, вроде и все. А, понял. Так чё? Fantastic Fall Sandwich. Понял. Не понял, точнее. А, действия... Ладно, разберусь. Фовул. Вот фовул. Это курочка вроде, или что-то типа того. Это хоррор-игра? Ладно. У меня есть время. Не очень хочется, чтобы вот эта опять черная штука пришла. Очень не хочется. Фантастик фовул сэндвич. Готов или нет? О, все. Так, и... Все, теперь быстренько вот так делаю. Вот так, вот так, вот так и вот так. Все. $9 заработал, я крутой. Poppin Pork Sandwich, no onions. Poppin. Блин, вот игра специально так делает. Я подогрел одну котлету, и мне просят постоянно теперь другие котлеты, чтоб я грел. Типа, чтоб я не был таким умным. Ладно, кто тут еще говорить будет? Оп. Оп. Оп, не очень хочется проверять, что будет, если я не добавлю два салатика. Поэтому лучше уж добавлю. К сэндвич no onions. Уберись. Есть. Я дурак. No onions же сказали. Нет, я не хочу умирать. Пожалуйста, не надо. Я честно буду хорошо работать. Пацаны, не сердитесь. Я всего лишь первый день работаю. И томатик. Демон вселился. Ты что тут? Ой, больно что-то. Что за звуки? Пожалуйста, не бейте. А что так женщина? Ладно. А почему они все одни одинаковые? Фантастик Фовол Сэндвич. Угу. Я сразу несколько котлеток сделаю. Что такое пики, я не понял.
Наверное, это огурчики. Потому что это чиз, это онион. Ля, быстро работаю. Все правильно. Короче, пике, или как-то там, это огурчики. Happy Deluxe, no onion. Happy Deluxe. Вот он испортился, и у меня сразу попросили Happy Deluxe. Класс. Не забываем про onion, потому что лучше этого не забывать. Так, понял. В общем-то, смена закончена. Kitchen Light. Все, до свидания, я домой. Я никому не разбивал окна, честно. Ладно, я немножко соврал. О, блин, а чё ж я так далеко? О, смотрите, дорогу открыли. Чё, кому-то интересно, что тут? Аптека, ещё какие-то магазинчики. Музей и какая-то штучка. Беседка какая-то. Ладно. Думаю, лучше пойти, и уже следующий день начнется. Угу. Здрасте. Ошибку понял. Я забрал свою батарею. Ну как свою? Ладно. Пойти. Думаю, не стоит тут долго задерживаться. Можно сразу на работу идти. Ничего себе, он быстрый. Ну типа на машине едет. А если я буду на пути? Еще и смеется. А вообще человека сбил как бы... Ладно, у него там свои делишки в мозгах. Не буду лезть. Так, ладно, я привык, конечно, через окно входить, но... Что произошло? Мусор какой-то. Некрасиво мусорить. Так, сейчас все сделаю. Смотрите, у меня одна полосочка энергии потратилась. Походу, сегодня будут просить готовить вот эти под... Оп. Есть. Угу. Жду ваш заказ. Салмон наггетс и два шейка. Вот шейки вот здесь. Да? Вроде да. И салмоновые наггетсы. Еще не готово. Так, можно пока что... Оп-оп, два шейка. И вот уже вроде... Вот, окей. Салмоновые наггетсы. Да. Спасибо за упаковку. Так, дальше. Soft drink, popin, сэндвич. Ладно, soft drink. Оп. Так, popin pork есть. Сейчас мяско надо поджарить. Вот. No cheese, без сыра, понял? Оп, и вот так. Есть. Вот я быстро работаю сегодня. Фриз шейк. Окей. Картошка и шейк. Вот это я понимаю скорость работы. Картошка, там наггетсы, это легче всего. Фриз, софт дринка. Есть. Salmon Nuggets, Soft Drink. Вот Salmon Nuggets, Soft Drink. Правильно? Salmon Nuggets, Soft Drink. Есть. Все. Смотрите, даже очереди нет. По сравнению с тем, что было вчера. Fantastic Waffle Sandwich, Freeze Shake. Freeze Shake. Fantastic Waffle Sandwich. Waffle. Вот. No Tomato. Очень приятно с тобой вести диалог, спасибо. Freeze soft drink, soft drink. А, я второй soft drink забыл налить. И музыка какая-то страшная заиграла. Да блин, я нормально работал, ну, думаешь, один человек сгрустнул. Фух. Ладно. Свидание. Вот второй день не подошел. Угу. А это было? Ладно, я вспомнил, тут есть
жетоны бургерной, вы нашли его, используйте, чтобы получить ресторан. Прикольно, можно еще и прокачкой заниматься. Я испугался, я думал, он на меня бежит. Тут как будто что-то упало. Он в той стороне, как будто в небе. Опа. Мне кажется, или тут что-то так... Подожди, не понял. Даже так? О, какая-то кассетка есть. Покиньте, можно зайти в завод какой-то. Ладно. Цвета. Это кот. Зеленый, желтый. Может белый. Синий и красный. Кассеточка. Мне нужен зеленый. Откопаем провода. Ля. Свет включили. Потом желтый получается сюда. Потом белый. Черного нет, значит белый. Синий, красный, окей. Это уже какие-то головоломки. Опа, бургеры можно готовить. Чё-то мне не нравится. Вот эта вот штука. Ладно. Ё-моё. Скажем так, я знаю, что делать, скорее всего. Нет. На самом деле я все прошел, просто не записалось. В общем-то, там была свинья вот такая большая с дыркой. И, естественно, были всякие приборчики. Сейф стоял в самом конце комнаты. Я взял там бумажки. В общем, по сюжету, может, как-то и поймете, что. Так-то встретил я человечка, робота голову. Забыл с паузы снять видео, поэтому, простите, я не записал. В общем, он что-то там рассказывал, я ему какие-то вещички положил в его микроволновку. Как бы это странно ни звучало. В принципе, на этом завершу первую серию. И так получилось достаточно много. Уже, наверное, в следующей серии будет продолжение прохождения игры. Желаю всем хорошего настроения, всем пока.